hello my dear friends uh, on this video i want to tell you how to uh, make a grid line uh, from ios uh, um, de device This uh, video have uh, two parts. in uh, first part uh, i <coughs> talk in um, english and second part um, in russian Первая часть моего видео будет на английском языке, а вторая часть на русском языке. Я расскажу вам, как сделать линии для прицеливания на iOS. And we go to part number one. Uh, okay, guys, uh, first step uh, we go to the settings and uh, accessibility. Uh, next step uh, voice control uh, and uh, on um, uh, push on uh, voice cont control and um, now uh, we can make you overlay uh, for me, it's uh, uh, four and two. It's uh, my grid line, but uh, you you must uh, uh, choose uh, anything. Uh, and uh, that's all. And uh, please, please, guys, check my settings and uh, do as mine. And now we go to the part num number two. In Russian language. Так, всем привет, мои дорогие друзья. Как я уже сказал в этом видео, я расскажу вам, как эм, поставить сетку для прицеливания на вашем iOS-устройстве. Э, первым делом мы заходим в на, настройки. Дальше э, мы идем в универсальный доступ. Вот если это были наши основные настройки, дальше мы идем в универсальный доступ. Нажимаем пункт управления голосом, включаем его, но возможно у вас не появится сразу, сразу эта сетка. Для этого вы должны зайти в пункт наложения. И выбрать нумерованная сет, сетка. Выбрать количество столбцов и линий. Для меня это 4 и 2. Вот на 8 частей, на 8 квадратов делится мой экран. Это мои настройки. Вы можете проверить по настройкам, по бегункам, как это настроено у меня. И сделать точно так же. Я желаю вам всем удачи, люблю вас и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока и до, до встречи.